гэтые месяцы, три месяца, мы закликали белорусов приходить да, долучаться до украинских акций. Усім великий дякую. На каждой украинской акции были бачны наши бело-червоные, белые стихи. Мы показывали солидарность с Украиной. Мы показывали, что мы супроть и Лукашенко, и Путина, и войны. И мы подтримливаем героичную борьбу украинцев за их волю и за нашу волю. Слава Украине! У нас план дочитать имена всех политвязнев. Это длинный лист. Это 1200, больше 1200 имен. Это займет больше годину. Тому подходите. Добрый день. Я додам от себя еще несколько слов. Мы кажем, что политзняволенных 1200, по інших, у інших українцях 1400, але насамрэч їх у 3-4 рази больше. Людей в Беларуси арештовують кожен день. Про многих мы не ведаем, и, махшима, про многих мы николи не доведаемся. И то, что на поверхне подается все тихо, насамрэч это не так. Людей протягивают арештовывать, людей протягивают катовать, разбирают житё, разбирают семьи. Забирать будущее. И люди, по которых мы казали, что они не будут столько сидеть, они не будут сидеть год, они не будут сидеть два, и они уже сидят, и они уже выходят на волю. Але ворог это вельми такая относная, и этим людям, которые теперь у турмах, и ихним семьям, и тем, которые выходят, им потребна наша допомога и поддержка. Бо уявляете, что такое выйти из тюрьмы? У тебя нема працы, у тебя нема сродка на існаванне, ты разбитый, у тебя психологичные проблемы. Тебе треба з'ехать, махшима, потому что большинство, ну, многих людей, которые выходят из тюрьмы, навод после суток их протягивают переследовать. Існує много инициатив, про которые можно подтримать. И политвязнев, и семьи, и людей, которые вышли и вызволились, так? Тому я закликаю вас, это и Байсол, но это самый ведомый, это и Диссидент Бай, так, это и Политзек, и это и I Need Help, так, где можно куплять ежу семьям. Я закликаю вас протягивать это робить, потому что у той час, когда подавалось, что мы так мало можем сделать, то, что мы можем сделать, это заховать людей. И это самое важное, это завжди было, есть и будет. Мы мусим заховать людей любыми доступными нам способами. Дякую вам, что вы тут, что вы есть, что вы не сдаетесь, а что мы все разом. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Челепевич, 3 years. Игорь Горчанюк, 4 years. Артем Боярский. Александр Марьясов. 7 years and 6 months. Алексей Капитонов, 1 year and 6 months. Василь Глушаков, 1 year and 6 months. Петр Константинов, 2 years. Артем Федосенко, 4 years. Алексей Зикеев, 1 year and 6 months. Андрей Петровский, 1 year and 6 months. Михаил Лентовский, 1 year and 6 months. Дмитрий Заломский, 2 years. Роман Марусов, 6 years. Живей Беларусь! Живей! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Здравствуйте, меня зовут Лиза, я от лица Russian Democratic Society и всех россиян, которые ненавидят эту войну, ненавидят Путина, ненавидят Лукашенко, хотят свободу этим политзаключенным. И мы сегодня здесь, чтобы выразить нашу солидарность с вами и с вашими политзаключенными. Я уверена, если бы в 2020 году мир бы не отнесся так равнодушно к тем протестам, которые происходили в Беларуси,
то, что происходит сегодня, было бы невозможно. И это равнодушие, оно злит меня, оно злит нас всех. И поэтому мы собираемся, и поэтому мы считаем, что это важно. И поэтому я очень рада видеть много белорусов здесь сегодня. И извините, у меня не так много слов, очень много злости. Все, что я хочу сказать, это «Живи Беларусь», «Слава Украине», «Свобода России» и «Нет войне». Мы будем делать марш 12 июня, мы будем рады там видеть вас всех. Мы начнем от Парламентской площади, закончим у российского посольства. Ну и, пожалуй, скажу еще раз, «Живи Беларусь», «Слава Украине», «Свобода России», «Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне!» Somebody said that.